Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам показать способ, которым я уже пользуюсь давным-давно. Это способ для того, чтобы помидоры не вырастали, не вытягивались. Для того, чтобы они плоды у них были гораздо ниже. И питание они получали гораздо быстрее. Вот я взял помидор. Я его отстригаю. И ставлю вот сюда в водичку. Где-то дня через 3-4 он даст корни. Я беру уже готовые, которые у меня не первый день стоят, а 4 дня уже отстояли. Вот у них уже они с корешками. Я беру уже подготовленную землю. Вот она у меня, подготовленная земля. И сажаю его уже сюда. Все, он у меня уже растет и ниже, и вот такой вот нехитрый способ, но помидоры получаются гораздо быстрее. Вот у меня помидоры, которые стоят для выращивания корней. Как только они вырастут, я их то же самое посажу в землю.